Республиканская акция «Наши дети» протягивается. На этот раз добрую справу здійснили гомельские представники управления внутренних справ. Они наведали дом семейного типа по улице Хуторской. Его господиня Наталья Радченко выховывает 11 детей, 9 из которых приемные. Дед Мороз и Снегурка повиншовали маленьких жихаров дома с надходящими святами, а так само уручили подарунки – ласунки, цацки и сувениры в выгляде зорочек. Каб усе мары деток ожыццявіліся. Для правоохранников удел у республиканской акции «Наши дети» стал доброй традицией. Вообще, Новый год – это, считаю, что семейный праздник. И дай Бог, чтобы в наступающем новом году каждый ребенок обрел свою семью. И эта семья была для него счастливая, вот, всегда приносила радость, успех. Все желания, которые загадает в новогоднюю ночь ребенок, чтобы они сбылись.